Сегодня в молодежном центре прошла конференция педагогов дополнительного образования. А началась она необычно – с интересных мастер-классов и интерактивных заданий. На время участники конференции смогли перенестись в мир детства. Играли, мастерили и рисовали. Мастер-классы провели коллеги, педагоги дополнительного образования. После этого официальную часть мероприятия открыл глава города Алексей Сафонов. Очень, на самом деле, приятно, когда нас отмечают на региональном уровне, на федеральном уровне. Вы действительно большие молодцы, как бы вы скромно о себе не думали. Вы очень многое делаете, и Сарову в этом плане по-хорошему завидуют соседи и даже дальние наши коллеги, говоря о том, что в Сарове есть уникальные люди, которые делают чудо. Вот это чудо делаете вы. Глава города и директор департамента по делам молодежи и спорта поздравили молодых преподавателей. Также благодарственные письма и грамоты за вклад в развитие дополнительного образования вручили педагогам, тренерам и активистам образовательных учреждений. Вы, в свою очередь, дарили свет, тепло, радость детям, чтобы тыл у вас был надежный, чтобы семейное тепло давало вам возможность творить, добиваться успехов и побед, чтобы дети, которые придут к вам, радовали вас. Главная тема конференции – слагаемые успехи качественного образования в условиях системных изменений. Основные задачи и цели дополнительного образования в современном мире обсудили на пленарном заседании. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.